27 мая 2018 года, Харьков, 21:13 по Киеву, Луна и Юпитер. Видно ганимедовские спутники, ганимедовские, галилеевские. Знаешь, самый нижний слева в углу Каллиста, потом Ганимед, потом Ио и Европа. С рук снимаю, так что дрожание неизбежно. О, как хорошо видно. Каллиста. Ганимед, потом Юпитер, потом Ио практически касается Юпитера. Европа. 27 мая 2018 года, Харьков, 21, где-то 15-16, наверное, по Киеву. Скоро полнолуние будет. Ты посмотри, 10 час еще не стемнело полностью.